жито қазының күртін алатық. Гайга соғыш, гайга сразу. Соғыш гайга. Гайга соғ, гайга. Соғ, соғу атыр әне. А? Соғу атыр, соғу атыр. А семен жүрген бала ма? Өгөйт, алмайм. Тоқтап. Мен машинам.
Кузима братан Кавкан. В Ростовской области в рамках операции «Стоп трафик» сотрудники криминальной полиции и спецподразделения Жанаузенского управления полиции ликвидировали притон для занятия проституцией. Он располагался в здании сауны у железнодорожного вокзала. Арендатор, хозяин кем? Администратор кем? Куда? Задержали 5 девушек, которые оказывали платные сексуальные услуги клиентам сауны, а также администратора. Владелец бани ранее уже несколько раз привлекался к административной ответственности за предоставление помещения для занятия проституцией. Куда Жанузен, Халаса, Алмага, Кулемиде, Шкстер департаментом, Маштауз, Шкстер департаментом, Бастырным, Буйрыгымен, Жанузен, Халаса, Алмагында стоп трафик, жедел профилактикалық іс-шарасы өтіватыр. Жаңаөзен қаласы аумағында орналасқан вокзал саунасында не істеп жүрміз, қыздар? Қай қаладан келіп жұмыс жасап отырсыздар? Девушки приехали в Жанаузен из Тараза, Алматы и Шымкента. Зарабатывали на жизнь торговлей телом. Жаңаөзен қаласы аумағында өтіп жатырған стоп трафик жедел профилактикалық іс-шарасын жүргізу барысында жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде Жаңаөзен қаласы вокзал шағынауданында орналасқан вокзал саунасында жүргізушілер жолмен жыныстық қатынасқа түсіп табыстау жүрген және сол қыздарға шеңгетай болып үй-жай ұсынған азаматшалар анықталды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 309 бабымен қылмыстық іс қозғалып, осы қылмысқа қатысы бар адамдарды анықтау мақсатында ары қарай тергеу іс-әрекеттері жүргізілуде. К административной ответственности привлечен владелец бани за предоставление помещения для занятия проституцией. Документы направлены в суд. С девушками стражи порядка провели профилактическую беседу. Подростки устроили спортивные состязания прямо на проезжей части. Их действия шокировали водителей, но оказалось, что это просто розыгрыш. Любительское видео попало в соцсети. На нем дети отжимаются на пешеходном переходе прямо перед автомашинами. Полицейские установили личность пранкеров и привлекли к ответственности их законных опекунов. Подобные игры на дорогах опасны, добавили стражи порядка. При мониторинге социальных сетей было замечено видео. Сотрудниками ювенальной полиции установлены личности несовершеннолетних. Ими оказались двое парней 2005 года рождения. Они студенты одного из колледжа города. За нарушение правил дорожного движения законные представители одного из них привлечены к административной ответственности по статье 615 КОАП РК. Другого несовершеннолетнего разместили в Центр адаптации несовершеннолетних города Актау. Ішінде балдар бар.
Салам алейкум. Никник седе соқса. Gangsterito, mi costetto e pistoletto. Oh yes, mi strillando, ubivando, ugradando, toieto. Oh yes, banco tresto, presidente. Oh grablando, un momento. Oh yes, isaento, regisento, nasnimanto, fino lento. Смертельное ДТП в Актау. Автоледи избила мать с ребенком на пешеходном переходе. Женщина погибла на месте, а ее 5-летняя дочь через несколько часов в больнице. Подробности трагедии у Светланы Салтангиреевой.
Трагедия произошла накануне около 12 часов ночи на оживленном перекрестке Актау. Мать и ребенок шагнули на зебру, как вдруг роковой удар. Судя по видео, иномарка протащила пострадавших более 10 метров. Женщина скончалась на месте. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведется расследование, в данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. 5-летнюю девочку в состоянии клинической смерти доставили в детскую больницу. У ребенка диагностировали разрыв внутренних органов. Медики экстренно провели операцию. Однако спустя 1.5 часа малышка скончалась на операционном столе. Ушили печень, желудок, провели массивную гемотрансфузию, переливание крови. Но несмотря на все это лечение, не удалось спасти ребенка. В состоянии клинической смерти сознания не было. Там отеки, синяки, живот напряженный. Открываем, там полная кровь. Ну, очень тяжелая травма, несовместимая с жизнью. Известно, что за рулем находилась 42-летняя жительница Актау. По словам полицейских, она была трезва. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц». Если вину водителя докажут, ей грозит до 10 лет тюрьмы. А пока подозреваема на 72 часа подворена в изолятор. Встал с ноги Ривер, Штисмагилов, Астана Таймс, Актау. Бежит, другой догоняет. Таков непреложный закон жанра. Попался, брат. Да уж, попался. Полиции не уйдет. 90 айының басында Қарақия аудандық полиция бөлімінің криминалдық полиция бөлімшесіне Қарақия ауданының самолет ойы деп аталатын жерінде екі жігіттен тұратын топ мал ұрлығымен айналысатыны туралы жедел хабарлама келіп түсті. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері Жетібай құрық тас жолында күдікті «Газель» автокөлігін тоқтатты. Көлікті тексеру кезінде көліктен көк түсті мотоцикл табылды. Күдіктілер дереу полиция бөліміне жеткізілді. Олар ауылдың 19 және 33 жастағы тұрғындары болып шықты. Белгілі болғандай, мотоцикл ауыл тұрғындарының бірінен мал ұрлығымен айналысу мақсатында ұрланған екен.
сонымен қатар қазіргі уақытта олардың мал ұрлығының үш фактісіне қатысы бар екендігі анықталып отыр. Олар өз әрекеттерін мойындады, заттай дәлелдемелер алынды. Мал ұрылары барлығы 5 жыл қынырлап, жәбірленушілерге 1,350,000 теңге мөлшерінде материалдық шығын келтірген. Полиция қызметкерлері ұсталғандардың басқа да ұқсас қылмыстарға қатыстылығын тексеріп жатыр.